Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую трехкомнатную квартиру, просторную, в районе Махмутлар. Значит, проект был сдан 6-7 лет тому назад. Проект с инфраструктурой. Здесь у нас большой балкон, первый, он застекленный. Вот, продолжается в эту сторону. Тут у нас есть кладовка. Я одену тапочки, а то грязно. Да, пыль вытереть. Так, здесь есть кладовка отдельная. Сторона здесь западная и северная. Смотрит на горы. Тут ничего не построят. Вот там построят. Видите, здание. Здесь будет свободно. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Мигрос напротив, рестораны, магазин и тому подобное. Отсюда есть кусочек вида на море, также на бочке. Вот такой огромный первый балкон. Квартира сквозная, также смотрит на восточную сторону, я туда сейчас пойду. Эта сторона была северная и западная. Кондиционеры фирмы Beko, инверторная. Телевизор маленький Philips. Продается под ключ. По очень хорошей цене. Здесь вот прихожая. Вот дверь там. Коридор. Отдельная кухня, дорогие зрители. Бытовая техника фирмы Samsung. Холодильник Samsung, значит. Beko духовка, плита, вытяжка. Стиральная машинка Beko 5 килограмм. Отдельная кухня. Огромный коридор. Прихожая, вешалка. Все есть. Проект с инфраструктурой. Открытый бассейн, фитнес, сауна. Все, я сейчас покажу. Айда, здесь 200 лир. Это у нас первая спальня. Здесь где-то 12 квадратных метров чистых. Кондиционер тоже Beko. Ламинат. Спальня. А тут у нас кафе. Это у нас первый санузел. Он без душевой кабинки. Также есть вытяжка. Это второй санузел. Угу. И хозяйская спальня. Эта сторона восточная. Угу. Этот балкон он не застеклил, так как восточная сторона, солнечная. Вот вид с этого балкона. Вот второй балкон, также есть кладовка отдельная. Квадратных метров жилых здесь 105-110 минимум с балконом вместе. Брутто 125-135 квадратных метров между ними. Расстояние отсюда до моря максимум 510 метров. Максимум, может быть даже меньше, 450. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 117 500 евро. Есть маленький торг. Я спускаюсь вниз, показываю вам. Здесь два лифта и хорошенький проект с инфраструктурой. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик. Вот эта квартирка. Здесь лестничная площадка. Первый лифт, на этаже три квартиры. Вот такой хорошенький лифт. Кнопки у нас внизу. Нажимаем на нулевой этаж. Квартира находится на 6 этаже. Он как седьмой. Вот
Уважаемые зрители, цена и описание квартиры, все указано у нас в описании. Также там есть телеграм-канал, подписывайтесь на наши каналы, следите за свежими новостями и новыми предложениями. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. И вот тому подобное. Так. Здесь у нас вход. Инфраструктура находится в другом блоке. Проект состоит из двух блоков. Здесь открытая парковка. Большая. Беседка. Зона барбекю. Большой бассейн. Вот. Зона барбекю уже увидели. Вот там гриль. Здесь вход. Также вход с той стороны. Вот фасад здания. Генератор есть. Обращайтесь заранее. Решим вопрос с переводом денег. Решим с поиском квартиры, виллы. Виллы я, как говорил, уже давно не снимаю. Так. Так. Нет. Открылись двери. Хамам. Тут хамам есть, турецкая баня, сауна, то есть римская парная, фитнес и джакузи. Пойдемте вниз. Там темновато. Смотрим, работает ли все здесь. Ага. Джакузи. Фитнес так себе. Напротив здания есть фитнес-спортзал профессиональный, напротив этого проекта. Там ежемесячная оплата другая, но есть вся техника. А, здесь сауна, вот работает, свет горит. Что свет не заработал? Надо включить что-то. Здесь закрыто. Зона отдыха, переодевалка, здесь турецкий хамам, вот, по каким-то дням он работает. Здесь у нас римская парная комната, стимрум, раздевалка выключим и сауна. Работает. Угу, большая сауна. Ну, показал все моменты, что нужно. Так. Отключим свет, чтобы не на потом не отключил. Ай, там горит. Он отключился сам. Так, идемте дальше. Здесь отключим. Все, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока, дорогие зрители. Пошел снимать дальше.